Макку зачем? Опять сушу? Да. Ты вот так хочешь? А я еще вот так длину. О, где ты лучше? Теперь нет, нет, не надо помогать. Теперь возьми шуруповерт и пару хлопок черных. Отходи. Ну, солнце, отходи. Чего ты меня не слушаешься? Если я сказал шаг отойди, значит отойди. Я же контролирую. Я же не вижу со спины. Вот я попросил. Шуруповёр держать. Ничего страшного, шуруповёр не случится. Либо сделать вот здесь дырку, либо там сделать дырку. Я не настроен ждать, пока не перестану тарас. Так бы я поставил бы воду и все, и хотели бы тут попили. Thank you.
Привет! Хвостики, хвостики. Иву хорошо еще кушает. Иву? Утром я на речку Иву хожу, рую. Вечером акацию. В обед и меня по жопе. Перегорали. По ушам. Ведро с водой стоит. Там говорили, Рушан, что кормушку им надо делать повыше. Как ты думаешь? Ну, повыше. Так пойдет? Пилочек прям. Кусается. Ну, можно вот сюда прям саморезать. Вот тут, все, да? Смотри. Зеленую сорвала нечаянно. Она вот сверху красная лежала.
Я ее взяла. Много? Чего? Утром вы это собирали. Утром целую чашку собрала, и сейчас вот еще. Еще там есть. Только вот такая вот, где вот лежит она еще зелененькая, вот такая вот розовая. Но я люблю почему-то, когда она не переспелая. Не, хотя я переспелая, я любую люблю. И зеленую тоже, помню, в детстве ели. С Кристинкой. Любая, да, либо не магазин. Да. Мы торговали даже Викторией, когда жили в Байкальске. Когда детьми еще были, я помню хорошо. Мама с папой. Мама в основном у нас торговала Викторией. Так, так, так. Да, они все равно перевернут. Надо что-то по-другому как-то придумывать. Ладно, пусть едят. Эти такие. Вы зачем курицу гоняете? Она, между прочим, родилась здесь. Вообще-то да, это ее двор. У нас здесь у соседей тля напала. Прям видите, вот он, вход у нас в теплице, выход. И здесь, посмотрите, это тыква. Видите, что с тыквой? И она вся такая, вся. Здесь тоже, видите, она вся скукожилась. Потом где я хотела показать еще? Нет, не здесь. Но она везде, просто вот. Она везде, везде, везде такая. Вся, вся такая тыква. Кошмар называется. Я вот переживаю. А у нас здесь вот она теплица. Ой, не знаешь, что делать. О чем думать. Ну, в том году у нас тля тоже была здесь теплица. Ничего не поделаешь. Поэтому мы в теплице высаживаем и в открытый грунт. Потому что не знаю, что может произойти. Вон, муравьи лазят, все-таки гады. Эти усики убираю, они забирают силу. Убираю. Так. Вот такая красота. Смотри, Рушан, у нас уже огурчики цветут. Руш, а? Огурчики цветут, глянь. Вон сколько цветет огурчики, а уже цветут. Я видел, да. Да? Здорово. Я поливаю, занимаюсь поливом. Сейчас усики поубираю. И на огород надо большой бежать, и здесь надо. Ой. Рушан, а как ты думаешь? Что? Не перейдет ли к нам эта тля от соседей? А? Ну там где-то нет, это муравьи пробегают у нас по огурцам особенно. Надо просто опрыскать сразу от тли до того, когда началась, и все. Чтобы тля вообще на листья даже не садилась. Это я ягоду мыла. Я думаю, что за сикарашка залезла. Ты что там лазишь? А, пилот? Это амброзия. Вот так вот выглядит. Кто спрашивал? А то там вообще написали, что... Рушан! Знаешь, что написали? Что это не амброзия, это конопля. Ну, может быть, но... Вот она, амброзия. Вот как выглядит. Конопля. Ой... А вот так вот люди же потом верят и говорят, что серьезно, что ли? Что не надо так шутить. Все. И теперь это надолго.
морковочка. Ого, здесь вообще чуть непонятно. Какая-то странная морковь. Оставлю ее. Так, и здесь, кстати, тоже что-то непонятно. Ну-ка, если я это уберу. Какая она кривая, блин. Ладно. Не нужна она. Смотрите, какая уже. Морковь. Раньше надо было немного, но не получалось. Смотри, Руш, какая уже морковка. Она даже пахнет. Такой сочной, свежей морковью. Она только что здесь шла. Нэнси! Нэнси, иди сюда, девочка моя. Иди ко мне, девочка. Ну что такое? Полюбиться пришла, да? Полюбиться пришла. Такая девочка. Красавица. Ты красавица, Нэнси. Ну чё? Ну чё такое? Ну что такое? Что там такое? Thank you.
Что там? Так, ну, ти, на, вот так, вот так, вот тык, ура, я грядку победила одну. Одну грядку или? Одну грядку. Грядку, все, грядка готова одна. Пошла на вторую. А там, там и третья. Да, Нэнси? Нэнси, помогай морковь рядить. А, Нэнси, что это такое? Кто так морковь насажал, а? Нэнси. Ну вот, Кристинку, как обычно, припахала. А что делать? Это у тебя а как по-другому? Морковка. А? Этого года морковь. Да, мы, блин, это ее сеяли, как стемнело, и мы так вот, короче, в вот и насеяли, как обычно. Мы же под погоду надо подстроиться. А мы раньше ее начали посадили. Ага. Я думала, что я буду поздно ее рядить. Угу. Ну рассказывай, что приехали. За буром. Ты Ване сказала, что все, мы тебя не отпустим обратно? Нет. Вот у тебя грядка и у меня грядка. Как раз осталось две грядки. Морковочка уже есть. Ладно, понюхай, как пахнет. Морковочкой. Ага. У меня больше моркови. У тебя больше моркови? Куда ее столько? Рушан вообще, знаешь, мне сейчас сказал? На следующий год ни свеклу, ни морковь, чтоб не сеяла. Нет, он говорит. На этой, на чё? На тёрке в морозилке мне очень нравится. Ну, это единственное. Но он говорит, морковь не такая дорогая, ее можно купить. И свеклу тоже. Вот лук, он хранится. И вот его можно еще. Нет, и люблю, знаешь, вот так вот просто оторвать небольшую морковочку, помыть и сгрызть. Ну да. На ламутке у нас очень любят морковь. Да? Ну, грядку сделаем, наверное, а так да, вот. Видите, как я грядку увидела. Завтра, потом, завтра скажу, две сделаем. А там, глядишь, на следующий год и пять. Так всегда говоришь, потому что задалбливаешься с этими, блин. Все, хватит, надоело. Вот сейчас бы я пошла бы поела. Да, жалко. Вот вы это курочкам, да? Да, мы курам отдаем. Куры, козы, это все съедают. Что у вас там ремонт полным ходом? Да, наверное, на твоем канале Ваня уже уехала, а на моем канале еще не уехала. Это я тебе, кстати, видео скину, доказательства. Не видела? С клубникой? Да. Нет, я еще даже в WhatsApp не заходила. Нет, не видела. А я только сегодня говорила, говорю, стопудово она это надурила меня. Я тебе скину доказательства. А там видно твой огород? Там видно вообще, как я ее ем, как я ее как вот так вот держу на грядке. Ну, конечно, я там закормила чем-то. Ничем не кормила. Ага, ну-ка посмотри на меня. А что вчера улыбилась, когда рассказывала про я какого-то друга? Я купила этот, как его, упаковочку для, это, клубнику по-любому удобрять надо, для клубники специальной. Все, ничем больше, никакими селитрами, ничем не кормила. Посмотри на нас еще раз. Да говорю, тебе не кормила, клянусь, никакими селитрами. Так, смотри, если она остается в два рядочка, можно? Угу. Вот эти просто тоже жалко. Жалко, а потом она будет мелкая и кривая. Ой, на тебя уже комары садятся. Все, вставай. Ладно, все, сняла, я пошла. Вот так всегда. Жаловался, с ним тоже мы в огороде разговаривали. Даже орех, знаешь... Вот в огород выходишь, листья летят, как будто осень. Да. Угу. Такого не было. А я и думаю, почему у меня все грядки во дворе в листьях? Да, как осень, что такое? Львов тоже говорит, вишня, абрикос. По поводу яблони не знаю. Ну, яблоко вон вроде бы нормальное стоит. Это а вот, вот это да. У вас и нормально, у нас вообще больное. Потом вот это вот идет персик. И дальше нектарин. Видишь, самый последний нектарин. Вот он. Вон он, самый последний нектарин.
Вот, и дальше все пошло вишня. И вот посмотрите, какая вишня стоит, вся желтая. Да, у всех прям вообще кошмар, что в этом году творится, непонятно. И заметь, колорадского жука в этом году нету. Есть. Есть? У нас полно. А все говорят... Так прошлом... ты же со мной вместе там собирала. А в прошлом году у нас там все мучились, одни палки торчали колорадского жука. А, ну да, кстати, меньше его в этом году значительно. В этом году колорадского жука нету. Ну, у нас был он, но сейчас мы попрыскали, нету его. У тебя капусточка тоже хорошая. Такая прям, да, не кушает? Ну, не знаю. Ой, сейчас мы будем клубнику обрабатывать. Сейчас я немножко еще посижу, потому что нереально, у меня уже спина затекает. И пойдем на клубнику. Клубнику. О, я на свеклу даже смотреть не могу. А у меня нечаянно там вылез. Я теперь там горох посеяла, а потом забыла, да. Все уже в попыхах. Смотри, как у нас малина разрослась. Сколько малины будет. Вот я буду к тебе на вежевику приходить, а ты ко мне на малину. Все, согласна. У вас даже здесь растет малина. Это мы в этом году... Ой, да, по-моему, в этом году посадили. Смотри, какой симпатичный, красивый. Угу. Как цветочек. Там видела, у нас курочка сидит, болеет. Болеет? Да. Они-то те ее обижают. Мама говорит, обижают ее, клюют. Ну что, хорошая клубника. Так, ну что, Кристина с Ваней уехали, постояли немного... Поболтали, и у нас уже все начинает темнеть. Но я хочу добить хотя бы еще один рядок. Добью. И, наверное, сегодня все хватит. Ну и немножко, пока прям не стемнело, на клубнику нужно идти. Да, Рушан? Что? На клубнику нужно идти? Да. Сейчас. Да и не только. Да и не только, это точно. Ничего. Потихоньку.